Здравствуйте. Представляем котел варочный на 200 литров с двумя мешалками. Фреза и якорь. Карантлива до 50. Котел с переворотом редуктора. Крышка разбирается на две половинки. Убирается. Стоит, значит, редуктор на переворот. Краники уровня. Котел масляный. То есть краник нижний, средний. Заливочно-расширительная воронка. Котел масляный нагрев. По пульту управления. Значит, стоит сетевая кнопка. 4 блока по 5 киловатт. И две мешалки для фрезы и для якоря. То есть включаем нагрев 5 кВт, 10 кВт. То есть можно выборочно будет делать, включать. Стоит защита по перегреву. При повышении температуры загорится верхний уровень. И мешалка. То есть получается якорь работает с пульта либо быстрее, либо медленнее. В одну сторону, либо в другую. Ну и фреза. То есть фреза регулируется либо в одну сторону, либо в другую. На пульте, значит, терморегулятор для продукта и терморегулятор для рубашки. Датчик введен в стаканчик, варен. То есть, ну, можно делать минимальную загрузку продукта. Включается на 380 ящики. Эти управления, то есть кабель. Ну все, котел готов к работе.